Телеканал КРТ представляет. То, что происходит, на самом деле, это лишнее подтверждение с каналом КРТ, это лишнее подтверждение того, что Зеленский – это преемник Порошенко во всех ипостасях. И в том числе в ипостаси душителя свободы слова. Он делает все то же самое, что делал Порошенко. И вот что характерно, при Порошенко в тюрьму попало по политическим обвинениям, по разным оценкам украинских и иностранных правозащитников, до 5000 человек. Я не припомню, чтобы хоть кого-то из них отпустили. Я уж не говорю о массовой амнистии тех, кто безвинно пострадал при Порошенко. Людей обвиняли абсолютно по надуманным статьям. Дмитрий Василец, тому живой свидетель, но он свидетель на свободе, потому что его дело стало одним из примеров, ну, когда общественность обратила на это внимание, в том числе международное. И то 2,5, 2 года и 3 месяца человек просидел в тюрьме. При Зеленском люди продолжают сидеть в тюрьме. Продолжают происходить суды над этими людьми, по выдуманным обвинениям. Новые люди оказываются в тюрьме. Вот СБУ отчитывается о том, что там несколько сотен человек задержали за то, что они о коронавирусе что-то не то говорили. Что они говорили о том, что коронавирус немножко преувеличен от опасности и так далее. И вот такие средства массовой информации, которые дают, я не скажу альтернативную. Альтернативная – это как раз вот то, что показывает по прямому и так далее. Вот это вот альтернативная дарю. Те средства массовой информации, средства массовой коммуникации, там YouTube-канал и так далее, которые показывают правду, вот их просто вычеркивают. Победа! Да какая победа? Это была Радянско-Московская, там, немецкая война. Ну и прочий бред. Да. И так далее. И прочий бред. Вот это вот, вот эту вот альтернативную реальность нам сейчас внушают. И выкашивают и телеканалы, и YouTube-каналы вот с нами. Тамир Шейх. Слово Тамиру. Но ответ тот же самый, что политика Порошенко продолжилась в информационной сфере и даже где-то ужесточилась, да, потому что это как бы прецедент, чтобы у канала, который столько просуществовал, я, опять же, с Киева родом, я помню этот канал очень хорошо, и мне печально видеть, соответственно, что его пытаются убить, да, то есть в прямом смысле слова, отобрав лицензию, непонятно за что. Тем более тот же, как вот День Победы, о котором ты говорил, то есть Украина имеет самое прямое отношение к этому Дню Победы. А для чего это делается? Потому что есть математика, да, у меня отец ученый в области математики, и математика рулит всем. И цифры сейчас говорят о чем? Что даже несмотря на то, что вот такая галделая была пропаганда при Порошенко после Майдана, 80% жителей Украины хотят праздновать День Победы. Это раз. И второе, поисковых запросов на русском языке в том же Гугле, да, это не Яндекс, это больше 70%. Я думаю, вот это самое главное, что бесит кураторов, опять же, которые руководят этими процессами. Ну, условно говоря, все равно же не украинские политики, они только лишь исполняют волю определенных своих хозяев. Мой канал также подвергся такой же вот атаке. Видимо, посчитали, что он представляет опасность. И никому из вас, соответственно, тоже небезопасно. Могут попытаться сделать... Да, мы эту тему тоже обязательно обсудим.